у западных стран инструментарий политический или политико-дипломатический. Они говорят, они там выпускают ноты, они звонят по телефону, они встречаются с лидерами, и они пытаются говорить, что давайте вот сделаем то или иное, а вот не надо делать того или другого. Только совершенно очевидно, что политического инструментария не хватает, он не работает. Алиев прекрасно понимает ту ситуацию, которая есть, использует то, что принято называть тактикой салями. Салями – это такая колбаса, если ты не можешь сажать всю эту, весь батон сразу, а ты не можешь, то ты отрезаешь по кусочку. Тактика салями – это когда ты используешь какой-то процесс для того, чтобы по кусочку отрезать и, может быть, в конце концов съесть всю колбасу или значительную часть этой самой колбасы. А Азербайджан делает это, он пытается по кусочку отрезать. Вот это... ему говорят, что не надо отрезать эту колбасу, а он ее отрезает, понимая, что сделать с ним политическими методами пока ничего не получается.